За прошедшие выходные в Мордовии на пожарах погибли 3 человека. Одна из трагедий случилась 1 декабря в 7 часов вечера в Старом Шайгово. 3 часами ранее местная жительница ушла в церковь, а ее муж остался дома в состоянии алкогольного опьянения. Когда женщина вернулась, дом полыхал, а ее супруг уже не подавал признаков жизни. Тело 65-летнего хозяина дома было обнаружено пожарными в комнате. В положении, облокотившись на стол. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Спустя 10 часов еще одна жизнь оборвалась на пожаре в Атяшевском селе Сабанчеево. Рано утром 88-летняя женщина молилась перед походом в церковь. Когда она зажгла лампадку, начался пожар. Огонь быстро распространился на большую площадь, и выбраться пенсионерка уже не смогла. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение дома и надворной постройки по всей площади. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС в коридоре было обнаружено сильно обгоревшее тело хозяйки дома. Площадь пожара составила 110 квадратных метров. Соседи рассказали, что женщина всегда характеризовалась только с положительной стороны. Третий погибший за минувшие выходные был обнаружен пожарными 2 декабря около 9 часов утра в собственном доме. По сообщению МЧС, в деревне Старые Дубровки Ковылкинского района из-за неосторожного обращения с огнем загорелся частный дом. К моменту прибытия пожарных спасать там оказалось уже некого. В ходе разбора пожарного мусора в помещении кухни обнаружено тело хозяина дома. Со слов соседей, мужчина вел асоциальный образ жизни, площадь пожара составила 48 квадратных метров. Екатерина Шоукурова, программа «Происшествия».